полстакана теплой воды развели 1 чайную ложку соли. А для чего вы делаете? Сейчас будем делать солевой компресс. А для перевязки-то? Да. Здесь завтрак у нас. Делать тампоны, замочить. Ну, то много, ну зачем так много? Он должен пропитаться и должен быть так, ну, с такой толщины. Не надо этого, что-то там. Да, жалко. А то мало соли будет. Ну ладно, ты как-то навалишь. Да подтачивается такое. Кто так научил тебя? Кто так научил? Ну, жизнь научила. Владимир сегодня у нас. Ты это, да. Показывай, что он там готовит. Все. И что он там делает? Вот тампон замачиваю. Сейчас она пропитается. Так. Ты уже делал так? Вчера? Да. Игнат Тихонович, можно? Все. Пожалуйста, ну, ладно. Прием, объясни, что вещь оторвалась. Ну, было так, что ночью я проснулся наполовину, и там что-то мне не ладно. Я нащупал и потянул, и, видимо, голову оторвал ему клещ. Потому что мы тут в степи бываем. Собака привязана, все время клещей снимает. 5 там больше. И вот сейчас... Назначили мне как бы лечение, сказали, чтобы голова, которая оторвалась, ее мы начали тут давить, выковыривать, не получилось. И все, надо ехать, так, это мне мешает, костюм, надо ехать в город. Ну и вот, вчера все проголосовали ехать, то я поехал. Третью участника проехали дороги, поступило оттуда сообщение, показал врач наш там работает, показал специалисту, сказал, ничего резать не надо, ничего, и показал, как вот там рядом еще пятнышко, там еще клещ был. Ну давай, что делать нужно, объясняй. Отрываем старую. Я поднял палатку, постелил, мне трудно разуваться, вот так. Потом снимок сделать, чтобы показать, как оно, красное или нет. Потихоньку. Хороший лейкопластырь, да? Не отрывается совсем. До вечера. А вечером ты говоришь, что там будет лекарство какое-то, как называется? Левомиколь. Ну, или мазь Вишневского, там сказано. Да. Что такое, с кожей тянется. Хороший пластырь. Хорошо, что не слетает, но и не гвоздями же прибитое там. Все, выздоровел, знаете, Игнатьич. Никуда не бросай эту клеть, они еще сгодятся. Я не хочу, чтобы тратились что-то. Как, свет меняется, нет? Да, конечно, она меньше стала в 2 раза. Ну-ка. Поменьше стала. Там люди просят узнать, молятся. Сейчас фотографируем. Да, сделай для контрольной. Сейчас что делать будете? Промывать там, и говорит? Тампон. Сейчас мы будем накладывать тампон. Ну, разница есть цвет или такой же? В 2 раза меньше стало. Меньше стало. Видно же. Что стало? Меньше по размерам. Ну вот, ну мне скинь сразу, я пойду утром. Там друзья и врач тоже посмотрят. Думали, разрежут и вытащат эту головку-то. А тут не надо, говорит. Ну, мы не вернулись назад, потому что я зерно вез голубям. Ты тень это елыши без вспышки. Вот она.
понятно, да? Мне так плохо видно. Ну давай, быстрее. Что долго так? Все. А то все положи. И которое вот отклеил, это же самое опять приклеить, чтобы лишь бы не сорвалось. Я ни на какую работу сейчас нигде не пойду, чтобы она, когда шевелишься, она слетит оттуда. Игнат Тихонович, он одноразовый. Он больше не клеится. Уже отклеило все. Потому что клей остается на коже у вас. Так, у тебя еще там не готово-то. Давай. Все готово. Поскорее. Я его не чувствую. Когда где-то что-то болит, то даже бывает ранка какая-то, и удары сердца чувствуешь, а я не чувствую ничего. То есть там нет такого, что... Больно? Нет. Нормально. Все. Ну, уже там промывай, все. Сейчас надо так... Дело в том, что я бы это не стал делать. Потому что написано там, заболел один царь, так говорит, и он взыскал врачей, а не Господа. Я не хочу, чтобы мне это сказали. Я надеюсь. У меня левый глаз болел где-то 5 лет, наверное, и в поездке, и везде. Жена подошла и говорит, дай-ка я вытру, я не люблю, чтобы лазили здесь. А только что ногти остриг. И так провел когда-то, и тронул, и попала инфекция. И вот тогда, когда осмотрели, все анализы взяли, краевой больницы-то. Ну и на завтра оказался врач-мусульманин. Я еще больше насторожился. Переодели меня, я подошел ложиться, а вечером молились. Что делать? Ну, сказали ложиться. Я говорю, ну я молился, и мне стало легче. Я утром уже глаз открыл и стал смотреть. Нет. А кто помогал-то меня там, чтобы в ускоренном порядке приняли, я приезжий-то? Тому-то неудобно. Замещание сделали. А я утром встал перед тем, как идти на операцию. А там лазером они что-то делают, прожигают туда, который канал идет, его продувают, а в глазе даже не пятка. А потом и спрашивать не с кого. Нет. Сказали, операции не буду делать, а что-то такое. И когда я уже подошел, куда ложиться, операцию делать, на стол-то, я говорю, вы еще-то в руках держите инструмент, он... Ну, начал говорить, я говорю, нет, тогда не пойдет. А уже одели какой-то такой целлофановый халат на меня. И я поднялся и на улицу, и скорее домой. Я молился. И Господь сделал так, что я сегодня уже все вижу. Выходит, молитва ничего не значит. Нет. Ну, я думаю, это то, что я подвел врача, который помогал там анализы быстро сделать. И... анализы там буквально кровь сдавать, там мочу, рентген, а всего ничего тут. Ну, наверное, считается за что-то. И вдруг я все отказался. Почему? Мне стало легче. И вчера я так не хотел. И все, сколько людей было из разных стран. Разные-разные советы, как делать. Но лучше всего идти к врачу. И вы сами вчера тут голосовали. И я поехал, и Господь знал мое желание, дорогой, никогда этого не было. В больнице, и оттуда дали сигнал с краевой больницы, чтобы не ехал. А вот это все, соль, полстакана теплой воды, ложка столовой соли, вот сделать, и какое-то там лекарство. Все, да? Опа! Господи, помилуй. Говорят... Как себя чувствуете? Да как я себя чувствую? Вот, полежал маленько, у меня все время голова кружится. Я вот высоко уже не стал лазить. Но по лестнице каждый день несколько раз бывает голубям. Вот сейчас посмотрю. Если я так кверху посмотрю, еще больше голова кружится. Я стараюсь больше смотреть кверху, ходить, лазить, и у меня проходит. Но головокружение бывает. Вот у меня 1,72 рост был, а сейчас замерили 1,68. А вот ты не посмотрел, тут у меня по звонке была операция, тяжеленная операция. Ну, прошло, заметил, вот посмотри, где-то прорез там есть или нет. От тяжести... Есть, да, вот он. А? Есть, вот есть. Он.
Вот, операция была. Дело в том, что когда тащишь рельсы длинные, ну, человек 6, и кто-то где-то там при горах, кто-то присядет, и все на тебя, и между позвоночной прокладки раздавило. У меня еще сейчас там две грыжи от тяжести. Это не болезнь, это повреждение. Ну и что? Ничего, сделали операцию. И профессор, он теперь профессор Долженко, кажется, Дмитрий, что ли, Александрович. И он приезжал сюда с женой, хорошие отношения были. Я говорю, а можно было снять? Так что ж не сказали, это мы бы всю операцию сняли в краевой больнице. Но это было тогда, когда еще на интернет никто не знал их. И мне назначили они не сидеть, а можно стоять или лежать. И поэтому ванну на столе опрокинули, на ней обед мне подавали. И меня берегли больше 3 или 5 килограмм не поднимать. А я сейчас 2 ведра в руках-то ношу. Видишь, как Бог сделал? Почему? Любовь Божия, любовь людей. Где-то можешь положить где-то в какое-то место, чтобы я легко мог найти. Вон туда в угол затолкаю. Ну все, я так одеваюсь и был в Таковске. Мне скинь только это. Спаси Христос. Аллилуйя. Я пошел. Сейчас фотографию пришлю. Да?